На площади у кинотеатра «Искра» многолюдно. Более 2000 человек пришли, чтобы проводить Масленицу и, конечно, зарядиться отличным настроением. Говорят, что если ждешь, то желание сбудется. И какая же Масленица без блинов? Их аромат разносился по всей площади. Кстати, раньше этот праздник назывался «Блинница» или «Объедуха». А сам блин символизирует солнце. Вот, на здоровье. Распробовали и по второму разу. Очень даже все разошлись. А сами пробовали? Конечно. 3 штуки съела с удовольствием. Главное лакомство на празднике можно было не только попробовать, но и приготовить своими руками. Вот и заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и начальник территориального управления Моисей Шамаилов надели фартуки и стали к плите. А после поздравили всех жителей округа с Масленицей. Уважаемые жители города, жители Ленинского городского округа, а также наши уважаемые гости, добрый день, с праздником! Веселые развлечения, масленичный балаган не давали даже минуты устоять на месте. И дети, и взрослые принимали участие в старинных русских забавах и водили хороводы. Что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Людей много, у всех хорошее настроение. Праздник просто удался. Блины пекли и кушали всю неделю. Ну и сегодня закончили превосходную неделю Масленицы. Очень понравилось, было очень вкусно и весело. Что больше всего понравилось? Как чучело сгорело. Продолжением праздника, или точнее его кульминацией, стало сжигание чучела, олицетворяющего зиму. Гори, гори, ярче, это будет жарче, а зима. Екатерина Коваленко, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого.